Ну что, Леша, начинаем? Да, можно начинать. Добрый день, добрый вечер, родные сердца. Люди суперроста, которые собственным саморазвитием меняют этот мир к лучшему. Я рада вас приветствовать всех. Меня зовут Альбина Чертовских. Мне 62 года. У меня двое взрослых дочерей, четверо внуков. И живу я в столице Восточной Сибири, городе Иркутск, в 60 километрах от нашего священного озера Байкал. Дорогие друзья, мы сейчас живем в очень интересное время. Время глобальных перемен. Перемены сами по себе не означают, что все будут жить лучшей жизнью. И тем не менее, они замечательны, потому что именно в это время возникают отличные возможности для тех... Сейчас, секундочку, переключу. Для тех, кто взял на себя ответственность за свою жизнь, не поддаваясь чужим и своим страхам. Перемены коснулись всех граней жизни, но наша реальность такова, что жизнь наша циклична. Как говорят, за обильным летом всегда наступает скудная зима. К обычным людям и вообще ко всем людям пришло осознание нашей действительности, как мы живем, для чего мы живем, зачем мы родились, почему мы пришли в этот мир, что я могу сделать, чтобы сделать этот мир лучше, что останется после меня моим потомкам, как они будут помнить обо мне. Я сегодня хочу познакомить вас с нашей методикой Суперджам. Что же это такое? Вообще Суперджам – это взрослая ментальная педагогика. Вот детской педагогики у нас очень много, а вот взрослой еще не было. Суперджам – это вообще образ нашей жизни. Это практическая школа, школа нашей жизни, которая помогает людям в повседневной жизни раскрыть свой потенциал, добиться больших успехов в жизни. Вообще суперджамп – это суперпрыжок. Это гимнастика для ума и хорошего настроения. И наши упражнения важно делать особенно тем людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, у которых наступила черная полоса в жизни. Почему людям вообще важно находиться в состоянии счастья? Да потому что сам человек – это и есть генератор счастья. А счастливый человек, он чувствует себя намного духовнее, намного здоровее, намного энергичнее и намного добрее. Что же это за курс интеллектуальных онлайн-тренировок Суперджам? Это внедрение привычек успешных людей. Здесь раскрывается свой потенциал и предназначение. Наполняемся мы все здесь энергией и счастьем всего за 10 дней. Кому поможет наш курс? В первую очередь это, конечно, бизнесменам и профессионалам, которые хотят пробить свой финансовый потолок, прокачать лидерство и ораторское мастерство, собрать вокруг себя команду единомышленников. Также поможет амбициозным и целеустремленным людям, которые хотят реализовать свои амбиции, достичь огромных целей в жизни и раскрыть свой потенциал. Также поможет активным людям, которые хотят укрепить силу воли, иммунитет, улучшить свое самочувствие, физическое и эмоциональное состояние. Также поможет тем, кто постоянно развивается и хочет сделать квантовый скачок в личностном и профессиональном росте, саморазвитии и мышлении. Тем, кто ищет точку опоры и хочет выйти из эмоционального кризиса, из депрессии, из стагнации, из психологического и энергетического выгорания или определиться со своей миссией, для чего он пришел на эту землю, определиться со своим предназначением и смыслом жизни. Также Суперджам поможет парам,
которые хотят укрепить семейные и личные отношения в семье, вернуть страсть, обрести взаимопонимание, гармонию и счастье. Вы знаете, у нас очень много примеров, когда люди готовы были уже на грани развода, даже подавали заявление о разводе, и проходя наши тренировки, они меняли свое отношение друг к другу. У них начиналась как бы заново новая любовь, новая страсть, взаимопонимание, но не только в семье. И взаимопонимание, и взаимоотношения налаживались также и на работе с коллегами, и с руководителями, и с детьми, и с родителями. Что же такое Суперджамп? Суперджамп – это курс интеллектуальных онлайн-тренировок для развития мышления, управления эмоциями и улучшения общего физического состояния. В основе лежит 8 упражнений, простых упражнений, и методика наша доступна, эффективна для людей любого возраста. В нашей ассоциации, вы знаете, очень много есть людей, начиная с 9-летнего, даже 7-летнего возраста, которые уже проходили наши тренировки. И 80-летние, и 90-летние, и даже 102 года есть, которые проходили, а теперь стали нашими интеллект-тренерами. 10 дней по 1 часу длится наша программа обучения. В онлайн или в Зуме, или в Скайпе проходят занятия, кому как удобно. В группа создается до 12 человек, от 8 до 12 человек. Почему? Ну, потому что чем меньше людей, да, в группе, тем больше мы каждому даем, наверное, время для осознания, и каждый делится своими изменениями внутренними и внешними. И каждый делится в группе, как он проходит и что он чувствует после прохождения каждого упражнения. Вообще на программу, на нашу методику было потрачено более 5 миллионов долларов. И более 30 лет было вложено в поиск упражнений и разработку методики. Вы знаете, вот это решение создать нашу ассоциацию, нашу методику принял наш основатель Владимир Викторович Довгань, который более 30 лет колесил по всему миру, собирал эту методику, эти упражнения. Он объездил столько стран. И вот чтобы создать нашу методику, он применял на себе и на своих близких эти упражнения. Но из 300 упражнений он выделил всего 8. 8 простых наших упражнений, которые мы называем 8 жемчужин. И эти упражнения, они так последовательно выстроены друг за другом. Одни упражнения у нас повышают нашу энергию, а другие упражнения не дают просесть этой энергии. Курс проводит сертифицированный интеллект-тренер Всемирной ассоциации Суперджамп. Леша, дальше. Суперджамп в цифрах. Более 70 тысяч учеников и более 120 стран прошли наши образовательные программы и подтвердили эффективность методики. И вот в этих более 120 странах обучаются ученики международной онлайн-системы Суперджамп. Более 10 тысяч тренеров со всего мира являются членами Всемирной ассоциации интеллект-тренеров Суперджамп. Почему люди выбирают Суперджамп? Ну, во-первых, это быстро. Я уже говорила, что 10 дней по 1 часу длится обучение. Каждый человек, ну, может выделить для себя 1 час в день, потому что это удобно. Тренировки проходят в онлайн, в Зуме или Скайпе. Это эффективно. И 92% учеников видят результат уже после третьей тренировки. Это доступно. Выполнять тренировки можно и дома, и в офисе, и на отдыхе, даже на пляже. Это очень интересно, потому что уже
первый день ученики наши в восторге от нашей методики, потому что она простая, от слова «рост». Это просто. Тренировки проходят, я уже говорила, и для детей, и для взрослых, и для пожилых людей. Наши ученики, которые проходили нашу методику, наши упражнения, уже оставили более 1000 положительных отзывов. И эти отзывы можно посмотреть. У нас есть в YouTube свой канал, и все отзывы там буквально, и видеозаписи, и видеосообщения, и просто сообщения. Ни одного отрицательного, негативного отзыва еще не было. Лёш, я сейчас хочу предложить нашим гостям поделиться своими впечатлениями от прохождения наших тренировок. Вот, чтобы начать меняться, да, или что-то начать менять в своей жизни, нужно начать вначале с себя. Просто необходимо это делать каждый день. А каждый день делать нужно то, что мы все научились делать, применяя практически на себе. А практически на себе мы применяем нашу методику, наши упражнения. И эта простая наша методика, она меняет наш образ мышления, образ наших чувств, наших мыслей. И все привычки у нас меняются, меняется наша осознанность. И мы постоянно каждый себе напоминаем, к чему мы стремимся, думаем и действуем, применяя наши упражнения как успешные люди. И я сейчас хочу дать слово. О, величайшая Олеся у меня сегодня в гостях. Олеся, я так рада тебя видеть. Поделись, пожалуйста, своими впечатлениями. Ты у меня проходила тренировку. Проходила. Очень рада видеть. Делись, Олеся, с нами. Я всех приветствую, всех гениальнейших, мудрейших, нашу семью, это планета самых целеустремленных и высокоразвитых людей, которые здесь собрались. Я бесконечно рада видеть Альбину, Оксану, да, с которыми я, и Людмила Максимова, и Наталья Пушкина у нас, и Анна Дыгин, это вообще просто великолепно, величайшая, и Лариса Михайлова здесь, все мы здесь, все мы с нами, и я хотела бы начать с того, что недавно наша необыкновенная Вера Макаренко говорила, что улыбайтесь, смотрю, сейчас на всех сидит, улыбайтесь. Она говорит, у меня, говорит, ученики прям раз мои сфотографировали, а я смотрю, а я без улыбки. Ну, что говорю? Поэтому улыбайтесь, через улыбку приходит. Упражнение для меня суперджамп – это возможности. Те возможности, которые дает нам Вселенная. Мы можем их видеть через все эти упражнения, а можем забить на них, да, не делая упражнения, мы не увидим эти возможности. Поэтому для меня суперджамп – это великие возможности, это люди, те, которые идут, единомышленники, сотворцы, как говорит великий и легендарный наш Довгань. А наш учитель, наш основатель, это, у меня никогда в жизни не было никаких кумиров, а вот Довгань, да, он так зашел, у него такая энергия, я его прям просто вот прям обожаю. И немножко о себе, да, я кандидат психологических наук, клинический психолог, и пришла сюда, я, ну, не сразу, как бы, не все же сразу, да, там, Вот это упражнение, кто-то вообще с десятого раза понимает, да, и я и сейчас вот раскрываюсь уже со временем, мы глубоко, и когда ты свои намерения ставишь в нашем великолепных упражнениях, там, аудиотренинг, да, и когда вот эти намерения твои прям сбываются мгновенно, ну, буквально мгновенно, если ты в это веришь. А вера в нас, у нас тоже есть такие упражнения, которые дают нам эту веру, силу, мощь. Есть люди, которые поддерживают. Это наша гениальная просто команда. Смотришь, заходишь в чат, и там друг друга поддержат. Ой, спасибо. А какие фильмы, да, сегодня, вот, например, я была, разбирали разбор фильма «Всегда говори да». Сколько энергии, на следующей неделе «Матрица» будет, представляете? Ух,
потом. Да представьте, ну каждый день ты идешь и смотришь, не смотришь уже, знаете, на вот этих пасмурных людей, которые идут рядом, да, ну ладно, это не моя реальность, да, ну хотят, пускай живут, кто хочет, как это кто-то говорил из великих, у каждого своя реальность, каждый там, где хочет быть, а мы здесь, и вот лично я, это легендарный опыт, у меня здесь сын, который, вот как Альбиночка сказала, 7 лет, ему 10 лет, он проводит тренировки, он тоже про-интеллект-тренер, у него тоже своя команда, но он проводит, естественно, у школьников, да, у своих, но, знаете, у него поднялись вот эти лидерские способности, я вот вижу, я когда говорила, сына, ты лидер, ну, раньше, да, мама, ну, что ты говоришь, ты только одна это говоришь. А сейчас все как бы верят, и он видит, и он стремится, и я понимаю, что у него есть будущее, что у нашего поколения, которое придет сюда, в Суперджамп, да, это будущее. И мы начинаем вот с этого. И, ну, это прям круто, это прям здорово, я бесконечно рада. У меня наставник Ирина Пушнее, сейчас ее нет, но я бесконечно ей рада. Никита Алимасов, который тоже у нас идет. Это Сергей Терентьев, да. Это вот такие легендарные люди, но я уже про Роберта Рада не говорю, там уже понятно все, и Вашка, да. Но самое главное, конечно, благодарность огромная Докуне за такие простые, я вот как клинический психолог, да, проработавший в психдиспансере, кто туда попадает, тот оттуда не выходит. То есть прекрасные, легкие упражнения, не все их ценят, да, но здесь те люди, как Довгань говорит, ищите свою звезду. И вот мы находим друг друга, мы здесь звезды, и мы летим. И вот этот позитив, который каждый дарит друг другу, это, ну, это бесценно. Поэтому я очень рада всех вас видеть, бесконечно счастлива, поддерживаю Альбиночку и каждого-каждого из сердечка, Оксаночку, да, Шумову, которую вот ночью напишешь, вот серьезно, я ей писала ночью, она мне тут же отвечает, никто не отвечает, а она отвечает, думаю, ну как так-то, ну вообще, и Альбиночке тоже, Альбина, мне надо тренировку на 6 утра, ой, я не могу там, да, что-то там, ну у каждого свое, то ищешь, и все, понимаете, вот приходят, да, приходят новые интеллект-тренеры, но не получается, да, тренировка, да, но каждый мы вот, в каждом мы сплоченные, вот это вот сила, мощь и грация, летим вперед, самого наилучшего нам, богатство и счастье, наша судьба, да, и вперед, и в дальнейшем нам, я вот желаю нам только, знаете, процветания и самого наилучшего, самого бесконечного, а только вперед. Спасибо огромное. Всех рада видеть была. Я благодарю, Олеся, бесконечно благодарю, что ты прям вот заскочила в гости к нам. Я очень рада тебя видеть. Друзья мои, знаете, что хочу сказать? Вот многие люди, конечно, ждут, что изменятся обстоятельства или будет какой-то благоприятный момент, чтобы начать действовать. Но в жизни-то в нашей все устроено наоборот. Сначала вы должны начать действовать для того, чтобы изменить себя, изменить свои обстоятельства и сделать их максимально благоприятными для себя. И именно сейчас самый лучший момент начать действовать. А настоящий успех, он приходит к людям, да, которые готовы пожертвовать сегодняшними какими-то своими удовольствиями ради будущих наших мечт, ради будущих наших побед. И для этого нам необходимо, конечно, научиться в первую очередь владеть собой, чтобы сдерживать эти свои моментальные побуждения, а их столько вокруг много, столько всего вокруг, вот прямо не знаю. И это, конечно, не так просто, как может показаться, соблазнов вообще вот, ну я не знаю, они просто валятся везде, эти соблазны вокруг нас. И многие вот люди, конечно, задаются вопросом, решится ли мне на этот новый шаг, решится ли мне поменять свою жизнь. Но что я хочу сказать? Конечно, только в Суперджамп вы можете поменять свою жизнь, побороть свои страхи, побороть гнев, ярость, убрать свои депрессии, выйти из стагнации, негативные эмоции на позитивные,
перестать держать вообще обиды на людей. И только у нас, пройдя курс наших интеллектуальных тренировок, люди наши меняются. Я хочу сейчас предложить еще... Ну вот хочу, наверное, Наташу Пушкина. Пусть Наташа поделится с нами. Мне очень уважаю, вот благодарю ее, потому что она всегда тоже своей улыбкой зажигает все наши сердца. Наташенька, делись своим впечатлением, пожалуйста. Рвище родное сердце. Благодарю, Альбиночка, благодарю всех, приветствую, друзья мои, с прекрасным вечером, у кого-то, может быть, утро, у кого-то день, не знаю. Вот, но то, что, да, вот хочу сейчас тоже поделиться, что такое суперджамп для меня, это просто волшебный мир, в котором я живу. Вот, ребят, хочу рассказать вам историю сегодняшнюю. Сегодня познакомилась с одной... Ну, скажем, познакомилась с женщиной уже, ну, несколько дней назад, вот, и она за мной наблюдает, вот, и говорит, вот, я за тобой все время наблюдаю, ты хочешь, все время улыбаешься. Я, говорит, сегодня разозлилась, говорит, всех послала, говорит, куда подальше. И все время думаю о тебе. Как она может улыбаться все время? Меня прям зло распирает. А ей все равно, она все равно улыбается. И она ко мне сегодня заходит и говорит: Наташ, вот расскажи, что ты такая странная? Говорит, я все время наблюдаю за тобой, какая ты странная. Говорит, что за девушка такая? Говорит, потому что все время улыбается. Я говорю: ну слушай, Галь, вот скажи, а зачем ты злишься? Она говорит, ну вот как, вот мне не злиться. Вот она рассказала там такую какую-то ерундовскую историю, да, ну там вообще злиться-то не на что. А она вот разозлилась. Я говорю, ты знаешь, Галь, пошли на тренировку суперджамп, и ты узнаешь другой мир, где можно быть просто счастливой. Да, такое возможно? Я говорю, конечно. Поэтому вот мир, в котором мы живем, ребят, вот, а я, говорит, ну с тобой наблюдаю, ты все время ходишь в наушниках. Без наушников ты вообще, ты, наверное, спишь в наушниках. Я говорю, да, я круглосуточно хожу в наушниках. И что ты там постоянно обучаешься? Я говорю, постоянно обучаюсь. Ну, говорит, интересно, говорит, что ты, говорит, а что вы там обучаетесь-то? Я говорю, знаешь, такое пространство, из которого ходить неохота. Пространство счастливых людей. Где ты не можешь просто прочесть по энергии? Как ты можешь быть в плохом настроении, когда тут столько позитива? А она говорит, неужели такое бывает? Я говорю, конечно, попробуй. Заходи к нам. Он говорит, ну все, я с тобой не прощаюсь, я к тебе еще зайду. Я ей оставила свою визитку сегодня. Вот, надеюсь, она еще придет, поговорим. Вот, но суперджамп, конечно же, это такое пространство, когда ты действительно, ну вот, счастлив от того, что ты просто живешь. От того, что ты просто дышишь, видишь этот мир глазами, вот, глазами своей души. Вот. И таким образом, конечно же, меняется все. Меняется мир, потому что вот сегодня также еще разговаривала с одним мальчиком, с цыганом познакомилась. Вот. Мальчика, скажем, 21 год, но у него там есть кое-какие заболевания, у него там проблем тоже очень много было в семье. Вот. И мы сегодня стали разговаривать с ним. Я говорю, слушай, Паша, говорю, вот ты, вот что ты хочешь в жизни? Он говорит, вот это, вот это, вот это. Ну и простые потребности. Я хочу, говорит, квартиру, машину, работу. Я говорю, отлично, я говорю, отлично. Я больше ничего не хочу. Ну, говорю, конечно же, для 21-летнего парня это единственное пока то, что ты хочешь, да, но у тебя еще все впереди. Он говорит, я вижу реальность, говорит, реальность, какую, говорит, вот мы, вот какая она есть. Я говорю, нет, Паш, реальность ты сам творишь. Вот ты какую захочешь реальность, такую ты сотворишь. Он говорит, нет, я в это не верю. Я говорю, вот и зря. Я ему скинула фильм «Секрет» сегодня посмотреть. Он говорит, ну, посмотрю. Вот, кстати, девушка идет, с которой мы сегодня общались на встрече. Вот, и он очень прям это заинтересовался, и он мне постоянно звонит, постоянно названивает и говорит, вот и говорит, что вот, а где вы сейчас? Я говорю, вот здесь. Он говорит, а я можно к вам присоединиться? Я говорю, конечно. Вот. То есть вот притягиваются, кошки сбегаются, собаки сбегаются, люди вот идут. Поэтому вот эта энергия, которую действительно вот ты излучаешь, начинает
начинает все, конечно же, происходить так, как вот ты хочешь, а не так, как вот реальность, как говорится, какая-то вот серость вот эта надвигается. Когда ты с серыми мыслями, естественно, серая реальность. А когда ты с яркими мыслями, тогда и реальность, конечно, самая прекрасная, которую ты хочешь только видеть. Поэтому волшебный мир мы создаем сами, супер джами. Вот для меня такой мир, в котором я живу. Поэтому вот что такое для меня суперджамп, это прекрасный мир возможностей, который мы творим. Любимые мои сердца, я вас так всех люблю. Все, Диночка, кратко рассказала. Благодарю, Наташа, благодарю. Благодарю. Вот видите, друзья мои, какие у каждого свои эмоции, своя наполненность. Вот душа раскрыта нараспашку. Я тоже сейчас хочу немножко рассказать о себе, как я попала в суперджамп. Ну, в суперджамп попала я, конечно, благодаря моему самому драгоценному наставнику, моей самой величайшей звезде, это Оксаночке Коровиной. Вот, я пришла к ней на первую тренировку для того, чтобы научиться улыбаться, как она, в первую очередь. Вот, потому что год для меня был слишком трудный, знаете все мою историю, но самое-то главное, не только улыбаться, я научилась, я хотела поправить свое физическое здоровье. А физическое здоровье, чтобы наполнить, нужно наполнить вначале себя, надо было энергией. А энергии у меня было ноль, вот ноль. Когда меня спросили, как вы себя ощущаете, когда пришли на первую тренировку? Я даже от 0 до 10, ну, я, наверное, говорила, вот, наверное, я говорила 0, потому что был 0. И, конечно, я прошла очень много уже тренировок, я уже 12-ю прохожу, сама провожу тренировки, вот. И когда ты переполняешься этой энергией, когда ты чувствуешь от людей, которые тебя рядом, которые рядом с тобой присутствуют, которые тебя также наполняют этой энергией, заряжают позитивом. Да вы знаете, это как дорогого стоит. Это вообще вот, ну не сказать, это ничего не сказать, потому что мы здесь все собрались, люди осознанные, умудренные опытом. Каждый прошел свои какие-то, знаете, цели в жизни, которые ставили. Но такой наступает момент однажды, да, что ну, мы проседаем, мы как-то становимся кому-то ненужными. Вот мы пенсионеры, допустим, мы уже не нужны на работе. Нам чем заняться? Да, конечно, нам нужно всем идти в суперджамп. Поэтому мы для себя здесь открываем новую дверь в новую свою жизнь. И я эту дверь тоже открыла. И вот ровно сейчас полгода, через неделю будет, как я в суперджамп, я уже не представляю смысла жизни без вас, родные сердца, без вашего вот это вот, без вашей поддержки, без ваших каких-то новостей, без наших планерок и всех. И самое-то главное, я сейчас хочу предоставить слово моей драгоценной наставнице Оксаночке Шумовой. Я очень тебя люблю и обожаю. Оксана, вещай, родное сердце. Мы давно не слышали, как ты так? С нами делишься. Я все время говорю. Поделись и сейчас. Добрый вечер, самые легендарные чемпионы-победители. Ну что вам еще нового рассказать? Для меня, что вообще для меня суперджамп? Суперджамп это для меня... Вообще сейчас все. С помощью данной методики я вышла замуж, я выздоровела, я нормализовала давление, сон, ушли головные боли. Я всегда улыбаюсь, на все ситуации смотрю со стороны. Теперь я могу людям на грубости говорить, я желаю вам только счастья, вам, да, и вашей семье. И отправляю им безусловную любовь. Вот. Это я понимаю, что это невежество тех людей, которые грубят. Ну, не, это не моя проблема, а проблема в них. Вот. Главное, как мы принимаем. Отношения наладила. Отношения вообще со своим окружением. Кто-то просто отвалился от меня. Просто ну, мы перестали общаться, от чего я несказанно очень рада, потому что есть люди, которые нас тянут назад. Вот. Я научилась почти уже говорить «нет». Я вышла
У меня страх публичного выступления был. С помощью Superjump я начала проводить тренировки и начала говорить, ну, уже год назад, так как я здесь уже год, начала говорить на камеру, начала вести тренировки. На всех мероприятиях я тяну руку, я всегда говорю, вещаю. Вот, но был у меня страх публичного выступления вживую. Вот, сейчас я уже вышла из зоны комфорта, приняла участие в нашем мероприятии, которое мы с Ириной проводили. Сейчас меня уже на два нетворкинга приглашают спикером. Конечно, немножко мне это страшноватенько, но я иду в страх, да, где страшно, там наш рост. Вот. В общем, в моей жизни все прекрасно, все здорово. Я встретила самое главное, вот это окружение, да, окружение – это наше все. Кто нас окружает, да, будут окружать 5 миллионеров, мы станем миллионерами. Будут окружать 5 алкашей, станешь алкашом, потому что мы люди, да, мы как, если синтерпретировать, как взять свежий огурец, положить в соленую банку с огурцами, тогда он быстро засолится. И также мы с вами, куда мы попадаем, в то общество. Хотите заработать первый миллион, окружите себя миллионерами. Там, хотите обрести там женское счастье, да, общайтесь с теми женщинами, от которых вот идет, со мной общайтесь. Я вас заряжу всех. Хотите научиться улыбаться, приходите в Superjump. Вот. И Superjump, конечно же, он прокачивает полностью по всему колесу баланса. Не нужно окунаться в прошлое, не нужно копать вот эти блоки, деструктивные эти программы детства, там, кто нас окружал. Ну, конечно, все параллельно я делаю, да, но те результаты, которые у меня произошли в Superjump за год, я за все свои 40 лет не смогла прийти к тому, к чему сейчас я пришла. Я была на мероприятии по вибрациям, там, ну, вот эти слайды были по пирамиде, как она там, это Олеся знает, вот я сильно не вникаю, и там была уже вибрация, вот на высоких вибрациях 500, вот, 500, безусловная любовь, вот, я поняла, что я уже 500 и даже уже выше пошла, вот, и опять это все благодаря Superjump. Наши вот эти вот резиночки, да, с помощью которых мы контролируем свои мысли, улыбки, утром одел улыбку, вот, и пошел. Научились улыбаться и водой холодной обливаться, и счастья вам и вашим семьям, вот, поэтому, дорогие мои, кто будет запись смотреть, обязательно обратитесь к тому человеку, кто дал вам эту запись, и проходите тренировки. Только с помощью практики мы сможем поменять свою жизнь. Мы можем долго учиться, мы можем долго смотреть всяких спикеров, там, покупать эти различные тренинги, ездить на них, как это делала я, но результата было практически ноль. А те курсы мои ораторские, актерские, там, тренинги, игры трансформационные, очень много было проделано работы за последние 7 лет, но только Superjump за год вот привел меня к тому результату, в котором я сейчас нахожусь, и к тому состоянию счастья и безусловной любви. Я вас люблю всех, благодарю за предоставленное слово, дарю вам свою лучезарную улыбку, передаю, Альбиночка, величайшая королева, тебе микрофон. Благодарю, Оксана, благодарю безмерно, я тебя обожаю, люблю. Ну что, Лёш, давай продолжать дальше. Что вам может дать курс наших интеллектуальных тренировок? Ну, в первую очередь, это рост финансов, успехи в бизнесе и в работе, прокачать лидерство, уверенность в себе, самооценку поднять, устранить и профилактику сделать своей депрессии, апатии, эмоционального и профессионального выгорания,
улучшение семейных и любовных отношений, отношений с детьми, с родителями, с коллегами. Также вы разовьете здесь интеллект, креативное и дивергентное мышление. Успехи в ораторском мастерстве, коммуникабельность. Укрепите свое физическое здоровье, укрепите свой иммунитет, разовьете силу воли. Скачок в личностном росте и профессиональном развитии, а также подъем энергии и жизнерадостности, обретение счастья и любви. Также вы обретете смысл жизни и предназначение своей миссии. Вы знаете, я хочу сказать на своем примере вот именно про укрепление своего физического здоровья. Ну, со мной произошла история, да, я попала в ДТП, мне сбила машина, и я вот 7 месяцев была вообще загипсованная. Но мне хотелось все равно ходить, двигаться без костылей. Вот после второй операции, которую я перенесла в январе этого года, да, мне нужно было ходить 4 месяца еще на костылях, но я через месяц, благодаря нашим тренировкам, я через месяц выкинула эти костыли, вообще и тросточку даже не брала, потому что я выполняла практически все упражнения ежедневно, особенно те, которые укрепляют физическое здоровье, не только ментальное, но и физическое. Что за программа обучения? Цель нашей программы – это, конечно, наполнить разум и душу счастьем, позитивной энергией и радостью. Первое упражнение, оно ускоряет выработку гормонов счастья в организме, повышает работоспособность, креативность, снимает усталость, разгоняет скорость мышления и прокачивает ораторское мастерство. У нас есть коллеги в нашей организации, в нашей ассоциации, которые боялись голосовые сообщения по телефону отправлять, не только вещать на камеру. А сейчас, проходя наши тренировки, проходя эти наши 8 жемчужин, у них такое ораторское мастерство, у них вот эта горловая чакра так разработалась, они вещают, каждый день готовы вещать и поддерживать друг друга. Второе наше упражнение, оно позволяет контролировать поток негативных мыслей, быстро менять ментальное состояние на более позитивное, избавиться от вредных привычек. Есть также у нас примеры, когда люди, проходя наши тренировки, избавляясь от алкоголизма, от курения, ну и другие разные тоже привычки. Третье наше упражнение дает уверенность в себе, поднимает уровень энергетики, особенно уровень энергии. Позитивно влияет на общее состояние и работу внутренних органов. Вот это наше упражнение, которое вот я уже 5 месяцев ежедневно выполняю это упражнение. Вот вы знаете, настолько заряжает энергия. Это наше упражнение обливания ледяной водой. Ну это вообще, я не знаю, кто не испытывал это на себе. Я думаю, что вы испытаете, проходя наши эти тренировки. Пятое упражнение. Четвертое упражнение развивает силу воли и умение быстро принимать решения. Стимулирует нестандартное креативное мышление, укрепляет иммунную систему нашего организма. Пятое упражнение помогает управлять эмоциональными реакциями, развивает стрессоустойчивость, спокойствие и открытость. Шестое упражнение позволяет работать напрямую с собственным подсознанием, делает более уверенным в вас, более успешным и помогает добиться любых целей. Седьмое упражнение повышает уровень жизнерадостности, улучшает общее эмоциональное состояние, помогает выйти из депрессии, создать гармонию и счастье. И самое крайнее наше восьмое упражнение, восьмая наша жемчужина, она у нас, эта жемчужина проходит последней через всю красную нить наших жемчужин. Это упражнение развивает осознанность, помогает раскрывать таланты, реализовать потенциал, найти себя, найти свой смысл жизни и свое предназначение. Проходя это последнее крайнее наше упражнение, нашу жемчужину, ребята, у нас такое волшебство в людях проявляется, открываются такие таланты, начинают писать стихи, писать музыку, люди выпускают книги своих стихов, которые вообще никогда даже не знали, у них не было такого, чтобы
писали стихи, а тут такой талант открывается. Какие результаты вы получите за 10 дней? Откройте новое. Так, секундочку. Откройте новое. Почувствуйте новый вкус к жизни, увидите выгодные возможности и найдете пути роста в различных сферах жизни. Начнете мыслить за рамками, создадите новые нестандартные идеи, улучшите результаты в бизнесе и работе. Вот если кто-то работает по найму, наши упражнения, наши тренировки, если вы будете проходить, они вам помогут именно в вашей работе, потому что все, что мы здесь проходим, применяя на себе практически, вот настолько наполняет энергией, и вот эти результаты у нас появляются не только внутренне и внешне. Прокачайте коммуникабельность, начнете легко находить общий язык с людьми, улучшите личные отношения с близкими, повысить эффективность работы с командой. Прокачайте лидерство, станете более уверенными в себе, поднимите самооценку, найдете новые масштабные цели и пути их достижения. Также повысите личную эффективность. Дисциплинируйте рабочий процесс, повысите эффективность своих действий, станете более системными. Вы знаете, когда мы начинаем проходить тренировку, мы всегда говорим, что дисциплина прежде всего. Если кто-то начинает заходить на тренировку и вот 1-2 дня, допустим, пропустит, это уже не тот эффект для прохождения, да, который вы получите. Потому что вы уже самое главное наше упражнение, которое мы проходим, не выполнили. А это значит что? Хромает ваша дисциплина. Увеличите результативность, станете сверхрезультативны и энергичны. Предупредите появление депрессии, апатии, профессионального и эмоционального выгорания. Также прокачайте осознанность. Выйдите на новый уровень осознанности, повысите скорость принятия решений, улучшите все сферы своей жизни, избавитесь от многих вредных и негативных привычек. Вот негативные привычки, Оксана тоже говорила, что многие люди, да, отвалились, вот, которые не нужны в вашем окружении, они вот сами как-то по себе уходят. Я так понимаю, что у меня тоже хочу, вернее, поделиться, что у меня тоже во время уже вот этого периода, как я пришла в Суперджам, очень много людей, которые, ну, просто ушли, ну, перестали общаться, ну, значит, они не нужны уже мне в этом окружении. У меня сейчас, меня окружают самые успешные, самые придуманные лидеры, победители, и мне с ними очень-очень хочется общаться прямо ежедневно. Прокачайте осознанность. Так, 8-е упражнение. Разовьете ораторское мастерство. Устраните страх публичных выступлений. Научитесь говорить без воды. Станете легко знакомиться с новыми людьми и более эффективно вести переговоры. Вы знаете, вот все, кто сегодня присутствует, у всех был страх публичного выступления. Ну, у меня как бы никогда не было страха этого, да, потому что, ну, я всегда была на руководящей должности, говорила много. Но вот за тот период, который я просела, когда я потеряла смысл жизни, я вообще перестала даже общаться. И не хотела ни с кем говорить. Но проходя тренировки, проходя эти упражнения, с каждым разом я наполнялась, и у меня снова возобновилось это ораторское искусство, ораторское мастерство. Ну, есть, может быть, да, какие-то нюансы, но у всех это все поправимо. Гарантия возврата средств. Вы можете вернуть 100% сумму от вашей стоимости за абонемент. И если вы полностью пройдете 10 дней программы, выполните все упражнения, но не получите результата, тогда возможность возврата у нас есть. В течение 14 дней мы вам можем вернуть. Но вы знаете, друзья, у нас не было таких даже примеров, чтобы люди, проходя тренировки, просили вернуть им финансовые средства. Потому что, когда мы заходим на тренировку, выполняя наши упражнения, люди разного возраста, разных профессий, и мы всех просим, друзья, у всех свой огромный, богатый опыт.
но сейчас вы здесь все ученики первоклашки. Снимите короны, снимите свои черные пояса, и мы начинаем нашу тренировку. Друзья, чтобы записаться на обучение, свяжитесь с человеком, который дал вам эту информацию. Но у нас еще есть подарок. Подарок. Вы можете у своего наставника, у своего тренера, который вас пригласил, попросить. Это книга Владимира Викторовича Довгань. Она очень замечательная, она очень эффективная. Там столько вы узнаете полезного для себя. И если вы прочитаете, вы станете уже другим человеком. Другим человеком. Друзья мои, ну, я хочу вас сейчас всех поблагодарить. Всех буквально, каждого в отдельности, что вы пришли поддержать меня. Не только поддержать, но и зарядиться также энергией друг от друга, потому что настолько мы близкие. У нас такая огромная, добрая, позитивная семья, семья Суперджамп. Но наша команда, я вообще настолько говорю рада, что каждый из вас поддерживает друг друга. В любое время дня и ночи, я вот тоже Оксаночке говорю, позвоню, ответит. Тут с Олесей общаемся, мы с Людой Максимовой общаемся. Ну, если нужна поддержка, ну как не поддержать друг друга? Потому что мы здесь все, мы все дарим друг другу радость, счастье, добро. И не только учим, да, себя друг другу дарить, мы все это несем в массы. И если нашу методику мы будем, ну, наверное, вещать весь наш мир, на всей нашей планете, конечно, мы быстрее так избавимся от невежества и зла. Мы быстрее свою оздоровим планету от самоуничтожения. Всех благодарю. Огромное-огромное всем благодарность, что вы были сегодня на презентации. У меня все, Леша, отключай.